Значит, следующая очередная лекция у нас политика. Политика. Значит, предыдущее занятие у нас было посвящено такой непростой теме, как классовая борьба. И вопрос о политике вытекает из вот этого вопроса о классовой борьбе. И вот после этой лекции ответить на вопрос, что такое политика, очень просто. Политика – это классовая борьба. Политика – это классовая борьба за завоевание. Завоевание. Удержание и осуществление государственной власти. Значит, если мы посмотрим на это определение, которое как бы само собой вытекает, ну, вот это явление политики, это борьба классовая, непрестанная, которая шла с какого момента? С момента появления класса. Правильно? Это во-первых. Во-вторых, до какого периода может существовать политика? Политика может существовать до периода, пока классы полностью не уничтожены. И наоборот. Как только классов не будет, политики не будет. И, так сказать, такие представления о вечности политики, они неправильные. Точно так же. Пока не было классов, никакой политики не было. И хотя есть такого рода представления или разговоры такого рода, а моя политика состоит в том, а я сейчас вот придерживаюсь такой политики, это, ну вот то, что может иметь в разговоре, не носит научного характера. Не носит научного характера. Иногда, вот с учетом того, как это было на ранних этапах развития философии, под политикой понимают, да, сказать, собственно говоря, хозяйственную деятельность какого-нибудь полиса, то есть города, крупного города. И поэтому отсюда полисмены потом пошли, вот, или полицейские. То есть политика увязывается просто с деятельностью какой-то городской там, агломерации и так далее. Но вот в строгом смысле слова политика есть классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Так, ну вот отсюда следует, что вот, когда мы рассматриваем вопрос политики, видно, что эту политику можно рассматривать с разных сторон. Потому что классы всегда бывают. Один из них прогрессивный, другой реакционный. Поэтому не бывает такого, чтобы про политику в целом можно было однозначно сказать, что политика – дело грязное. Хотя это говорят. Это правильно или неправильно? Правильно отчасти в отношении какой-то политики. Правильно? Потому что если у меня позиции реакционные, и я хочу удержать свои позиции, значит, ну не буду же я вам рассказывать, что хочу сделать вам плохо. Я буду рассказывать, что я хочу сделать для вас что-то хорошее, светлое, доброе и так далее. А потом, когда вы увидите, что у вас там ничего не осталось, ну что делать уж, здесь ничего не поделаешь и так далее. С другой стороны, по отношению к политике передового класса или восходящего класса, ну, совершенно определенно никак нельзя сказать, что эта деятельность там грязная. Наоборот, давайте возьмем как раз вот примеры такого рода политики. Скажем, движение декабристов. Движение декабристов. Сами декабристы по своей позиции – это представители правящего класса. Причем не какие-то там представители правящего класса забитые или там, которые где-то на обочине. Это довольно знатные, довольно богатые, очень образованные представители дворянства, очень влиятельные. И вот они вдруг организовали движение и подняли восстание против крепостничества. Против крепостничества, но если мы говорим против, это еще как бы не вполне характеризует политику, потому что политика всегда имеет цель позитивную. За что? А не только против чего.
Если я буду рассказывать, куда я не пойду, это будет очень долго. А если я скажу, куда я пойду, это будет, с одной стороны, очень кратко, а с другой стороны, это будет бесконечное отрицание. То есть, если я иду туда, то все остальные направления отрицаются. То есть, это не ограниченное отрицание, а именно бесконечное отрицание. Поэтому направление политики было у декабристов. Политика на превращение России в передовое буржуазное государство. Передовое к тому времени освобождение от крепостничества, тем самым появляются свободные руки, значит, свободный найм рабочей силы, развитие промышленности и быстрое движение вперед. И несмотря на то, что это, так сказать, сложно, пошел процесс освобождения от крепостничества, но благодаря этому мощному толчку этот процесс прошел гораздо быстрее, когда в России начал развиваться капитализм. В России в экономике капитализм начал развиваться в XIX веке очень бурно. И к началу XX века Россия в целом была капиталистической страной. Значит, наиболее полное, можно сказать, на сегодняшний день исследование развития капитализма в России имеется в книге Ленина «Развитие капитализма в России». Это книга, которая была написана во время ссылки, в которую Ленина отправили после пребывания в тюрьме. Он, как известно, по делу о союзе борьбы за освобождение рабочего класса был направлен царской судебной системой в тюрьму, находился в этой тюрьме год. И потом был отправлен в ссылку. Но Ленин, между прочим, 16 лет был дворянином, и в ссылке у него несколько лучше были условия, чем не у дворян. И он эту ссылку рассматривал как, ну, как некоторые сегодня мы стали рассматривать докторантуру. То есть он вооружился книгами, книги ему присылали родственники, литературу соответствующую. Литература запаздывала месяца на 2-3 вся. Он научился читать только по порядку. Вот если газета приходит за 3 месяца, он читает вот ранее, потом более позднее, чтобы каждый день, вот на один день, чтобы он, так сказать, картину развития всю правильно воспринимал, не в перепутанном виде. Что бывает, запутывает ссыльных, они, значит, набрасываются на последние, а там непонятно, что там раньше, что там позже, чтобы никакой каши не было, он эту последовательность выдерживал. Вот пособие, которое он получал как дворянин, позволяло ему, так сказать, довольно свободно и спокойно переносить эту ссылку, и он собрал материалы о развитии России, в том числе в деревне, в которой это так не видно, в городе это видно, заводы строятся большие, предприятия, на них нанимаются работники, это там легко найти в статистике, а в деревне нужны данные земских переписей. Вот эти данные земских переписей, которые он очень хвалил, они были в идеальном порядке, достаточно подробны, и можно было определить, что происходит, то есть какое расслоение происходит в деревне. В деревне появлялись уже такие крестьяне, которые нанимали труд. И вот если крестьянин нанимает других, то этот крестьянин начинает становиться человеком, у которого в доходе значительную часть составляет доходы от труда эксплуатируемых им работников. Какую часть? Ну, поначалу меньшую. И вот когда эти доходы начинают составлять большую часть, он продолжает трудиться, семья его продолжает трудиться, допустим, дети его взрослые продолжают трудиться, но он продолжает трудиться и тем не менее, в его доходе основную часть составляет чужой неоплаченный труд, то он становится сельским буржуа. Как называется сельский буржуа? Кулак. Кулак. Вот, так сказать, появление кулачества, такое, можно сказать, естественное для условий капитализма явление. И, так сказать, как-то сами кулаки себя считают крестьянами.
которые работают, и никто не говорит, что они не работают. Но, тем не менее, критерием является вот именно это обстоятельство, то есть, что основную массу дохода они получают от чужого неоплаченного труда. Что касается такого критерия, как зажиточность, там, много коров или есть мельница, это все косвенные, так сказать, данные, из которых это ничего не видно. Все зависит от того, какова структура собственных затрат и соотношение этих собственных затрат или затрат собственного труда и затрат труда эксплуатируемых работников. Ну вот, поскольку это довольно сложный критерий, и вот если поспрашивать людей, кто такой кулак, обычно говорят, тот, кто использует наемный труд. А в деревне все используют наемный труд. Вот я весной вас нанял, чтобы вы мне вспахали. Ну, вы приехали, вспахали, я там вам что-то дал. Молоко, творог там, что-то еще. То, что вам нужно было. Может, курочку, может, еще что-нибудь. А осенью вы меня наняли, чтобы я вам помог убрать яблоки. Она вот, уважаемая наша коллега, сидела в сельсовете и записывала, кто наемный труд использует. А потом кто-то ее научил, из тех, кто не разбирался в этом вопросе или разбирался плохо, что те, кто использует на этот труд кулаки, вы в кулак, я в кулак, и мы с вами встретились в поезде по дороге в Сибирь. И вот некоторые так об этом говорят, так распекают, дескать, вот такие были искривления, такие были нарушения. Я говорю, так у вас, вот вас бы туда направить, вы бы и такие были бы страшные искривления, потому что вы вот всех записываете, стоит такой ему чего-то нанять, а в деревне это обычное дело, друг друга нанимает, потому что дом нужно поправить, на один не поправишь, я одно бревно подниму, но надо вдвоем поднимать, я вас найму, и мы будем вдвоем там перекладывать дом, опять наемный труд и так далее. То есть это обычное дело. И так, можно сказать, представить себе, что чуть ли не вся деревня начинена вообще кулаками. Хотя, вот если этот критерий применять, который я здесь сообщил, то ну, кулаков примерно было 6%. 6%. Теперь, как называются сельскохозяйственные рабочие? Вот вы знаете. Батраки. Батраки – это не какая-то особая категория, это просто рабочий, но сельскохозяйственный. Если он в промышленности работает, его батраком нельзя назвать. Даже кто-нибудь, если скажет, что он батрачит там на хозяина. Есть еще такие категории, как называется, полупролетарии. Полупролетарии – это уже наемные работники, люди, которые живут, в общем-то, наемным трудом, в основном заработную плату получают, но у них есть еще свой участок, и они часть дохода получают от наемного труда и кормятся еще со своего участка. Поэтому они к земле привязаны. И в то же время они эти самые батраки, простите, эти полупролетарии, они в двойственном таком положении. Но все-таки они уже, так сказать, фактически обеспечить себя просто тем, что они производят продукты на продажу, как это делает средний крестьянин, не могут. А вот средний крестьянин, это кто такой? Это не батрак и не кулак. А кто он такой? Он производит продукцию для обмена. Производит продукцию он своими руками, значит, он трудящийся. Средства производства у него там свои, то есть у него средства производства свои, как у капиталистов. Теперь у этого трудящегося что является идеалом? К чему стремится мелкий буржуа? Это категория? Mm-hmm. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок, называется мелким буржуа. К чему он стремится? Mm-hmm. Стать просто буржуа. Так вот, крупным это он потом будет, когда будет буржуа. А пока он стремится стать настоящим хозяином, стать буржуа. Вот это стремление к обогащению, к превращению. Такое естественное вроде в буржуазном обществе. Все хотят жить богато, вот все стремятся жить богато. Как и сейчас у нас многие стремятся жить богато, а живут очень бедно. Не все, а те, которые, так сказать, выбились в богатые, говорят, ну, если у вас нету корабля или виллы, значит, вы неудачник. Или неуспешный, или лузер. И так далее. Или вот вы, говорит, если вы такой умный, почему вы такой бедный? Ну, я-то отвечаю, что потому что я не жулик, я знаю, как стать богатым. Для этого надо, между прочим, некоторые вещи делать, которые проделал Березовский. Например, Березовский.
был единственным покупателем всей продукции ВАЗа. Он скупал их как бы по дешевке, а потом всех продавал остальным организациям уже совсем по другим ценам. Вот и все. Спекуляция обыкновенная. Вот. Или вот был такой у нас банк. У нас был Промстройбанк. И был сельскохозяйственный банк. Так. И вот сельхозбанк наш, он сначала был не весь, а контрольный пакет скуплен СБС Агро. А потом Агропромбанк назывался строго. Агропромбанк был скуплен московским СБС Агро, который возглавлял Смоленский. А управляющая компания СБС Агро была такое ООО, управляющей системой, контрольный пакет у которого был у Березовского. А управляющие системы были зарегистрированы в Элисте, в Калмыкии, в многоквартирном пятиэтажном доме. И внес туда Березовский в уставной капитал. Но вы знаете, что когда образуется ООО, допустим, не надо никаких денег живых, надо что-то записать. Кто записывает компьютер, кто записывает, значит, шкаф какой-нибудь компьютерный, кто ксерокс, еще что-нибудь. А Березовский записал рукопись управляющей системы с правами распространения по всему миру. И вот эта рукопись с правами, она вообще, конечно, много не стоит. Но с правами распространения по всему миру, так сказать, надуть можно. И вот она была надута на 800 тысяч. На большую сумму. Ну и чем это, так сказать, обусловилось? Ну, тем, что, как он объяснил своим компаньонам, которые какие-то деньги вносили, а так у нас будет вот большая сумма, 48% будет капитала Агро, СБС Агро, а СБС Агро имеет контрольный пакет в Агропромбанке. Короче говоря, все деньги Агропромбанка были размещены на их счетах, и Агропромбанк обанкротился. Если сейчас я у вас возьму по 5000 рублей, выйду, потом зайду и скажу с грустным лицом, что я обанкротился. Это что значит? Да, вот, приятно иметь дело с понимающими людьми. Это очень распространенная практика. И не стало Агропромбанка. Если вы хотите посмотреть, где он был, вот на Грибоедова, посмотрите на Церковь на Крови. По левую сторону такое здание, старинное здание банка. Там раньше был Агропромбанк в советское время. Можно сказать, после Промстройбанка, который финансировал промышленность, Агропромбанк был второй по величине. Ну, есть был еще банк внешней торговли. А это были два основных банка таких. Значит, возвращаемся к этой классовой структуре и к тому, какая ведется борьба. Значит, пока был первобытный коммунизм, конечно, ни о какой политике в строгом смысле слова нельзя было говорить, потому что не было классовой борьбы. Как только появились классы, то сразу появилась необходимость для правящего класса, который был, так сказать, в меньшинстве, создать специальное орудие, которое будет обеспечивать власть этого класса. Таким орудием, причем орудие принуждения. Это орудие принуждения, или лучше сказать, организация систематического насилия в интересах господствующего класса называется государством. А чем обеспечивается систематическое насилие? Это не хаотическое насилие. Все расписано, за что наказывает, за что не наказывает, как наказывает, в какой степени, в каких условиях, какой порядок. Это все называется вот это вот перечисление того, за что и как наказывает, установление норм, за которые следует наказание, то есть принуждение. Применение мер принуждения называется правом. Маркс определял право очень кратко. Право – это возведенная в закон воля господствующего класса. Право – есть возведенная в закон воля господствующего класса.
Ну вот если вы откроете какие-нибудь учебники или даже, скажем, более позднюю энциклопедию, там энциклопедию берут, там начинают писать совокупность, норм, правила и, так сказать, все это. Вся суть-то вопроса, во-первых, в том, что это не просто нормы, потому что совокупность норм и правил, мы на этой теме не будем останавливаться, которая защищается силой общественного мнения, это нравственность. Дескать, вот вы не сделали и пришли нехорошо, а вы пришли хорошо. Вот и все. Ну, а когда говорят «государственная Россия», это что значит? Это не просто нехорошо, а вы сейчас сказали, я в отпуске был, а то как бы раз-раз и отчислили. А денежки обратно не вернут, если денежки платили. А если даже не платили, тоже попробуй поступи. Короче говоря, что значит «государственная Россия»? Да то, что за всем этим что-то вообще не просматривается непосредственно. За этим стоит определенная сила, а больше ведь ничего, потому что для знания принуждение вообще не нужно, как такового. Ну, а для поддержания порядка, чтобы люди, так сказать, тут, если пришли, так учитесь, если не учите, так уходите. То есть вот эта норма выдерживается достаточно строго, вот, не очень строго, но достаточно строго, чтобы люди, так сказать, понимали, куда они пришли, и что они выполняют определенную государственную задачу. И преподаватели выполняют, кроме прочее, мы еще задачу организации принуждения тоже выполняем. Мы же не спрашиваем, хотите его сдавать, не хотите его сдавать. Хотите, не хотите, а будете сдавать и так далее. И вы как угодно можете относиться там, к тому или иному преподавателю, но вот получается, что преподаватель вроде тут команды, а вы как подчиненный. Поэтому естественное желание и стремление студентов, а далее аспирантов, наконец освободиться от этой сдачи экзаменов. Я, например, когда сдал последний экзамен в аспирантуре, почувствовал, наконец, себя счастливым человеком, что никто не будет умным из себя изображать, меня допрашивать, а я ничего не понимаю, тут сижу перед ним, и что он скажет, то и будет. Потому что решает, кто, значит, вот, кто принимает экзамен. Поэтому тут вот никакого в этом смысле равенства нет. И вот когда это кончается, потому что если вы любую защиту возьмете, то вы там можете защититься, можете, ну, вы там спорите, доказываете, а не просто вам поставили, идите отсюда. Ну так, в общем-то, кончается дело. Ведомость поставят, подпишут и все. Идите, жалуйтесь, если что. Ну а как построена система? Вы пойдете жаловаться, соберут моих коллег. Надо продолжить. Так, возвращаемся мы к этому историческому рассмотрению политики. Значит, появилась политика рабовладельческого класса. Появилась, кроме всего прочего, значит, и идеологи этого класса, которые выражали его интересы экономические и которые формулировали, что ему выгодно, что ему невыгодно. И они сформулировали и римское право, которое считается как бы образцом, что вот как оно систематизировано, какое оно ясное, какое понятное, какое оно строгое. Чем оно хорошее? Что это вот право, первое право, которое однозначно отстаивает интересы господствующего класса. Ну а что касается рабов, а их как бы и нету. Их нету, потому что они говорящие орудия, и поэтому право должно в рабовладельческом обществе отмечать или указывать, что, а что считает нужным рабовладелец сделать со своими рабами, то он может и сделать, и все. То есть запрещено убивать своего раба? Не запрещено. Ну а уж там бить плетьми, наказывать розгами и так далее. Об этом даже, о запрещении этого даже и разговора не может быть. Рабовладельческий строй сменился, как известно, феодальным. Как говорится, легче стало кому? Классы эксплуатируемые. Почему легче? Бить его будут, но убить не имеют права. Убивали, конечно, но и сейчас убивают, поэтому это уже преступление, нарушение нормы. А как нормы, не имеет права. Я дал убивать крепостного крестьянина. Продавать может, покупать может. Как может покупать, продавать? Землей, без земли. И обычно вот прям вот земля вместе с крестьянами передается. Вот там земля, и вот там крестьяне, они все возделывают. Вам остается только на барщину их приглашать. А если не будут приходить, то и бить их плетьми. Сами можете не бить, можете заказать. На Сенной площади услуга такая есть. Помните, о которой писал Некрасов? Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую и так далее.
Вот такая картина. Вот такая картина. Ну, а как эта политика была у рабов? Ну, вот у тех рабов, которые не хотели быть рабами, была уже. Потому что кто никакой своей позиции не занимает, ни в какую классовую борьбу не вступает, у них политики нет. Значит, участие в политике было не широким, но было. Что мы знаем по одному имени – Спартак, восстание Спартака. Хорошо известно. Это не значит, что было это единственное восстание. Но это было крупное очень восстание. И понятно, что люди, которые его подняли, они выступили против рабовладения. За освобождение от рабства. Ну и это имя и вошло, имя Спартака вошло навсегда в историю. Если мы так ретроспективно рассмотрим эту же борьбу в условиях феодализма, то мы знаем, что против феодализма борьба велась. И были крестьянские восстания, мы знаем, и восстание Булавина, и восстание Степана Разина, и восстание Пугачева. А перспективы победы в этом восстании были? Перспектив победы в этом восстании не было. Почему? Потому что какова была идеология крестьян? Идеология у них была такая, за доброго царя. Поэтому она никак не связана была с уничтожением вот этого самого владения, крестьянского угнетения, с уничтожением феодализма в целом существу и всей этой системы. Поэтому, дескать, придет добрый царь, ну что добрый царь ослабит, гнет, который был, будете работать не 4 дня, а 3,5 на барщине. Это что, усилит это или ослабит? Неизвестно, потому что, может быть, за 3,5 дня могут больше и сделать. Меньше будут растягивать, так сказать, работу. И вот как раз вот тут мы видим новое, так сказать, слово в политике, когда представители самого господствующего класса начинают выступать против политики господствующего класса. Меньшинство, конечно. Вот путешествие из Петербурга в Москву, да, одно из первых таких выступлений, которое, кстати, доказывает, что все книги, самые революционные, публикуются. И вот те люди, которые говорят, ну, меня никто не напечатает, я говорю, конечно, тебя никто не напечатает, потому что ты ничего не написал. Кто-то будет печатать. А если человек что-нибудь написал, серьезное и хорошее, такое хорошее, что оно продвигает человечество вперед, в этом человечестве найдутся люди, которые помогут этому продвижению. Ну, Энгельс это в более теоретической форме описывал так, что вот идея приходит, в силу отставания сознания от бытия, идея приходит тогда, когда для ее осуществления уже созданы условия, или они находятся в процессе становления. То есть надо еще немножко доработать, побороться, и тогда вы это получите. Поэтому, если вы вот так ретроспективно будете смотреть, вот такие самые выдающиеся революционные произведения, они публиковались, или они, так сказать, оставались в рукописях, только потом их находили и печатали. Нет, в рукописях менее революционные находили. Вот с рукописями их позже публикуют потом, поскольку это интересно, в связи с теми произведениями. Даже у того же Маркса «Капитал» Маркса был опубликован. Первый том при жизни Маркса. А со вторым и третьим томом мучился Энгельс. Дорабатывал, редактировал, чуть ослеп почти. Вот. И вот, значит, есть три тома. Четвертый том, так называемый «Капитала», это экономические рукописи, которые были связаны с изучением предшествующей литературы. И это никакой не четвертый том, это то, что предшествовало вообще написанию «Капитала». А еще было две больших рукописи, экономические-философские рукописи Маркса, которые были тоже позже опубликованы уже не Марксом, не Энгельсом. Но никакая из этих рукописей, из этих произведений не стоит выше, конечно, самого «Капитала», и тем более там его первого тома. Ну и так далее. Много ли вы назовете там произведений Ленина, которые не опубликованы? Ну вот «Развитие капитализма в России», только оно было опубликовано под именем В. Ильин. Ну, Владимир Ильич, В. Ильин, по-русски, если у вас отец Илья, значит, В. Ильин. Что тут такого непонятного? То есть, и точно так же, как Ленин, это не
Его фамилия, псевдоним, это распространенное дело. У меня в газете, когда я напишу три материала, я тогда один пишу Попов М.В., а второй М. Васильев. Ну, а уже третий что-то придумываю, там, изобретаю, который с этими спорит. Так что. Это понятно. Ну, как-то неприлично, когда в одном и той же газете там, один и тот же автор. Это несовместимо с принятым. Так сказать. Это не очень воспринимается читателем. Хотя бывает необходимость, вот не написали. А нельзя этот вопрос оставить в силу компоновки и всего содержания материала. И вот, значит, появились выступления со стороны уже представителей. То есть, оказывается, представители господствующего класса, тогда, когда этот господствующий класс начинает превращаться в реакционный, выступает уже не с позиции этого класса, а с позиции передового класса, своей эпохи. Ну вот что такое эпоха? Мне кажется, люди не очень понимают, употребляют это там, ну как придется, это понятие. Вообще эпоха – это период перехода от одной формации к другой. Поэтому эпох вообще по-крупному, таких исторических, было очень немного. Был период перехода от первобытно-общинного коммунизма к рабовладению. То есть было бесклассовое общество, стало классовое. Вот одна эпоха. И ведущей силой этой эпохи был класс, движителем этой эпохи. Какой? Рабовладельцы. Прогрессивный класс эпохи. Они же начали, создали и науки, и искусство. То есть не только они угнетали, но они и время, полученное как освобожденные от производительного труда, используют для возникновения, создания и развития науки, искусства, заодно и религии, которая будет защищать это самое рабство, и которая утверждает, что есть Господь и есть его агнцы. А переход к крупным таким единым государствам требовал и соответствующей религии, и состоялся переход от многобожия к единобожию. Вот и мне приходилось в городе Дельфи под Афинами видеть храм, в котором стоят прекрасные мраморные статуи с отбитыми головами. Это пришли христиане и боролись с многобожием. Ну, они сам все не стали разрушать, но голову поотбивали. Это было прогрессивное движение к единобожию. Точно так же, как прогрессивным движением было в буржуазную эпоху, то есть в эпоху перехода от феодализма к буржуазному строю, материалистической, распространения материализма, которое предшествовало вообще развитию капитализма. И в движении таких лозунгов, как отделение школы от церкви, и религии от государства, и церкви от государства. Ну вот сейчас у нас буржуазное общество, и, казалось бы, люди, которые знают основы возникновения буржуазного государства, должны бы придерживаться канонов буржуазной революции, а не заигрывать с церковью и не изображать, что у нас, так сказать, некое религиозное государство. Тогда не будет столько проблем, потому что, значит, представители той или другой религии ревнуют к этому государству, говорят: так, вот вы в тот храм ходили, а к нам в синагогу не зашли. Зашли в синагогу, а к нам, значит, на праздник Ураза Байрам не пришли и так далее. И будет это руководитель государства бегать по разным религиозным праздникам. И столкновения ведь между атеистами и людьми религиозными, в общем-то, и не было таких крупных исторических. Всякая резня бывает между представителями разных религий по вопросу о том, какой Бог истинный. Ну, если вы не верите, ну, и, так сказать, с вами разговора особенного нет. Так сказать, а подшутите, что я верю, что Бога нет. Ну, все верующие, я тоже верующий. Ты веришь, что Он есть, я верю, что Его нет, и разошлись. Значит, первая эпоха была эпоха перехода от первобытного коммунизма к рабовладению или к классовому обществу. Потом была эпоха перехода от феодального общества к буржуазному. Третья эпоха перехода от буржуазного к коммунистическому. И все. Ну, смотрите, от коммунистической к феодальному, к рабовладельческому, от рабовладельческого к феодальному, от феодального к буржуазному. Нет, пропустили мы. Да? И от
буржуазного коммунистического. Четыре эпохи. Четыре эпохи. Иногда рассматривают вот это движение в виде движения через пять формаций. Первобытная общинная формация, потом формация рабовладельческая, феодальная, буржуазная и коммунистическая. А можно рассматривать, и, так сказать, как движение через три формации. Когда вот все три частнособственнических формации, которые все три частнособственнические отличаются только степенью зависимости эксплуатируемого от эксплуататоров. Либо это полная собственность работника, рабство, либо это частичная собственность, то есть нельзя убить, это феодализм, либо полностью свободный, как при буржуазном обществе. Вот три формации. Получается первобытный коммунизм, потом отрицание этого коммунизма в виде рабовладения, феодализма и капитализма, и отрицание-отрицание. То есть переход снова к коммунизму с использованием всех достижений, достигнутых в ходе развития частнособственнических формаций. Иногда спрашивают, а вот этот коммунизм, сколько он может быть? Так он бесконечный, в том смысле, что уничтожение частной собственности не может браться как уничтожение собственности, как отрицательные действия, а как позитивные действия осуществления общественной собственности, как постоянная борьба с попытками общественную собственность превратить в частную. Поэтому это уничтожение частной собственности нельзя рассматривать как какой-то единый революционный процесс, однозначный. Это постоянная задача коммунистического общества. Оно все время через отрицание частной собственности утверждает себя как коммунистическое, и все. Если принцип частного собственности примат интересов личных, правильно? Он у нас везде провозглашен, написан на конверте. Когда вы пишете на конверте, нам конверт разграфили так, что сначала Иванову, потом улица, потом город, потом куда, какая страна. И вот эти бедные почтовые работники начинают снизу вверх читать. Но если арабы читают там справа налево, то вот наши почтовые работники, хотя, как вы понимаете, они-то все равно читают сначала город, потом, наверное, после города улица, уж после улицы дом, а после дома, наверное, вот Иванов, Петров или Сидоров. Потому что иначе не найдешь, потому что Иван по Иванову долго будешь искать. Ну вот какое-то такое провозглашение, что вот на первом месте. Ну отсюда вытекает и следующее. Вот я стал чиновником в свободном буржуазном обществе. Какой принцип? Только я должен быть принципиальным чиновником. Давайте договоримся сразу. Я принципиальный чиновник. Не какой-то такие, не последовательный такие. А какой у нас принцип? Приоритет каких интересов? Общественных. Да вы что? Вы не соответствуете принципам буржуазного общества. У нас приоритет частных сейчас интересов. Мы же общественные. И вот я с этим. Но я, став чиновником, не должен отказаться от принципиальных основ буржуазного общества. Mm-hmm. Не должен. Я не отказываюсь. Значит, что я должен сделать за то время, пока я... Делать себя хорошо. Вот. Вот теперь вы меня поняли. Нет, если я плохой чиновник, я начну, вот как вы сказали, так это. Вот, ему сделаю, тому сделаю. Но если я тем буду делать, что я-то буду? А у меня что, нет семьи, друзей? Что, у меня нет потребностей? Да и вообще это как-то несерьезно. Поэтому неудивительно, что люди сразу даже государственные машины там берут особые. Не с точки зрения, куда надо приехать, а как выглядеть, когда я приеду и так далее. Значит, деньги на представительство. Ну и мы наблюдаем, что, скажем, слуги народные там, думцы, получают, не знаю, сколько получают, но не менее. Знаю, что последний раз им прибавили 150 тысяч рублей. Потому что тяжелые условия в стране, надо как-то поддерживать народных избранников, трудности и так далее. У нас существует гласность в том плане, что сообщается, какие чиновники не должны у нас заниматься хозяйственной деятельностью. Mm-hmm. Если я был предпринимателем до вхождения в Думу или в Совет Федерации, ну я вам дам доверенность и договорюсь с вами, заключу договор, что вы будете мое раскручивать дальше предприятие. А потом, когда я перестану быть чиновником, я скажу, ну спасибо, значит, вы
получали соответствующие суммы за свою работу. А потом спасибо, до свидания, я буду еще более крупным предпринимателем по окончанию. Но это не значит, что я не могу вашему предприятию, то есть тому предприятию, где вы сейчас управляете, по доверенности, так сказать, так, доверительным управлением находится. Это не значит, что я ничем не могу вам помочь. Напрямую я и не буду, я вот вам помогу. Ну, а вы уж его не забудете. А вы совершенно независимы от него. И так далее. Вот такие битвы разворачиваются у нас при борьбе в законодательное собрание. У нас в законодательное собрание попадающие депутаты получают в соответствии с поправкой, которая в свое время была принята, 2 миллиарда для распределения. Ни себе, ни в карман, ни-ни. Они просто решают, кому какой фирме дать. Ну а дальше уже думайте, какая получит. И за что. Я ничего не сказал плохого, ни про кого. Но случаи такие у нас, что вот как-то обнаруживается, что каким-то непостижимым образом они вот, некоторые товарищи, оказываются принципиальными и повысили сильно свое благосостояние. Но вот, а те наши государственные служащие, которые очень высоко сидят, они особенно тщательно об этом заботятся, пишут декларации, и вот декларацию, скажем, вот Валентина Ивановна там, ну, порядка 150 миллионов в год она получает. Видимо, там от трудов своих по рассмотрению тех законов, которые приходят из Думы. Вообще закон это плодит Дума в основном. Оттуда идут. А это просто так двойной за этот контроль. Ну, правда, она квартирку одну продала. Это тоже записано. При этом вот люди смотрят на эти декларации и думают, что они, вот когда прочитали про машины, про квартиру, про землю, они все узнали. А скажите, пожалуйста, самые большие доходы у нас от труда, хотя бы даже в сфере управления, или от собственности? От собственности. А как они называются? Поступление от собственности. Дивиденды это называется. Ну, значит, если вы хотите узнать, где какие большие богатства, таких деклараций никто не делает. Но, собственно говоря, чиновники, они как бы не занимаются хозяйственной деятельностью, поэтому и не ждите. А декларации тех, кто занимается, не нужны. И, так сказать, картины мы не имеем. Но мы имеем другую картину, научную. Скажем, есть такое понятие, как децильный коэффициент. Это отношение 10, доходов 10% самых богатых людей к 10%, к доходам 10% самых бедных. И вот можно назвать такие цифры, что в странах скандинавских этот коэффициент составляет примерно 3-5. В Европе 5-7. В Соединенных Штатах Америки 9. Но мы должны были в чем-то обогнать Америку. 32 в России. Причем по статистике 16 все равно опережать. И намного. Но вот сюда приезжал представитель так, президиума Академии наук. Выступал здесь и рассказывал нам, что вот фактически исследования, и они повторяются и другими товарищами, показывают, что у нас вот такое соотношение доходов в России. Отсюда много очень всяких проблем. Особенно, когда сегодня вдруг начинают искать, откуда брать деньги, и деньги почему-то хотят взять у самых, что ни на есть, низкооплачиваемых и низкодоходных граждан. Вот вся, вот, можно сказать, экономика базируется на пенсионерах. Вот если им не передвинуть пенсионный возраст, все рухнет. Хотя первое, что это сделал в свое время Ельцин, он довел возраст мужчин до 59 лет, и мужскими пенсиями проблема была решена. А вот эти все испортили потом в следующие годы. Опять она перешла этот рубеж. Величина средней продолжительности жизни, и он стал больше 60. А так вообще мужчины себя вели хорошо. Вот говорят, что сделал Ельцин? Решил пенсионную проблему, экологическую проблему решил. Нет предприятий, не загрязняют среду. Много проблем решил. Вот жилищную проблему решил. Дальше вот раньше, как говорят при коммунистах, строили, и больший метраж был на человека. Да? А зачем? Если людей будет меньше в России. Так при одном и том же метраже на человека это будет все больше и больше и больше.
И никаких затрат не надо. Ну, согласитесь, еще недовольны вот Ельцином, я не знаю. Я вообще считаю, что это большой вклад. И оригинальный. Значит, ну вот эта эпоха буржуазная, она со своими принципами, а все-таки у ее истоков стояли прогрессивные деятели, вот скажем, Марат, Робеспьер, Дантон, да? Ну, они, правда, тоже вот тут много голов порубили. У нас есть улица Марата и была набережная Робеспьера. Ну, вот новый представитель наш губернатор, представитель буржуазной власти, что-то как-то заветы буржуазной власти стал забывать. Он, так сказать, даже стал забывать в таких заветах, как отделение государства от церкви. Но забыл, что вот Робеспьер, это, вот, можно сказать, духовник для буржуазии, должен быть, я так понимаю, если это все-таки буржуазный революционер, это вот провозвестник, так сказать, все эти свободного предпринимательства, свободы найма работников и так далее, свободы от крепостной зависимости. Ну, вот то обстоятельство, что там была Воскресенская церковь, там на этой набережной, послужило основанием или поводом нашему губернатору выкинуть эту набережную Робеспьера и сказать, теперь будет Воскресенская набережная. И о чем это будет говорить? Не знаю. Ну, вот тут, правда, у нас такие непростые явления проходят, потому что и вот и Салтыков-Щедрин, конечно, нельзя было оставить, он уж слишком критиковал. Хотя он буржуазное общество не критиковал. Чего вы его убрали-то? Он же критиковал такое средневековое общество. Ну, Кирочный путь будет. Потом вот Гоголь тоже. Ну, что такое за писатель Гоголь? Известный, конечно. Ну, какая-нибудь морская путь будет. И Герцен еще тоже писатель. Он с этим колоколом все будил. Он будил-то? Он буржуазных революционеров будил. В общем, что он, коммунист, что ли, или социалист? Герцен? Нет. Ну, вот лучше еще одна морская. Малая и большая. А то, что море там не видать оттуда, там от начала Невского, ну, это уже. Вот. Во всяком случае, мы, когда теоретически рассматриваем это движение, мы должны видеть вот разные эпохи. Эпоха очень хорошая. Понятие – это такой вот сдвиг от одной формации к другой, который всегда возглавляется определенным классом, передовым классом своей эпохи. И называется эта эпоха не потому, что получается это не получается, а потому классу, который является вождем и передовым классом этой эпохи. То есть, вот скажем, мы сейчас живем в эпоху пролетарских революций и диктатуры пролетариата. Сколько там этих стран получается? Мало, много. Когда будет в Китае социализм и будет ли? Это второй вопрос. А эпоха все равно такая. Или, скажем, был социализм, потом сейчас нет социализма в России, а эпоха все равно остается. Так же было и в период после феодализма, вы прекрасно понимаете, то пропала монархия во Франции, то восстановилась, и идет цепь революции, потом контрреволюции, и никаких таких вот законов, что это же может быть сразу и навсегда. Ну, такого не бывает. Такого не бывает. И вообще, это нам, там, может быть, тяжело и трудно рядовым людям, а для истории движение вперед, потом движение назад, ну, такого закона, что история идет только вперед, нету. Хотя мы можем исправить и сказать, вот еще более прогрессивные формации, но сами они никак не приходят. Тем более, если вы возьмете и будете разбирать этот же капитализм в разных странах, то вы видите разнообразие необычайное. Представляете, капитализм... Сейчас ведь феодализма нет нигде. Само собой рабовладение. Но вы возьмите вы на новой земле капитализм и в Соединенных Штатах Америки. Правильно? Совершенно разные, так сказать, страны и разные там, хотя принцип экономически одинаковый, есть какие-то крупные предприятия. Но другое дело, что сейчас не просто капитализм, а сейчас какой капитализм? Капитализм имеет ведь две ступени, две стадии своего развития. Это капитализм свободной конкуренции, когда рынок все решает. И это вот, можно сказать, верхушка нашего управленческого аппарата усвоила, что капитализм это вот регулируемое рынком хозяйство. Но это уже вчерашний день. Почему вчерашний? Вот представьте, что я сторонник конкуренции. И вы сторонник конкуренции. И вы сторонник конкуренции. Вот мы с вами конкурируем. К чему ведет конкуренция?
Или я вас победил, или вы меня победили. Вот сначала вы друг с другом повоюете, я вот, скажем, слышу и смотрю, как вы там боретесь. Вот вы выиграли. А потом вы раз, мы стали с вами конкурировать, и вы выиграли. А что значит вы выиграли? Забрали у меня все. Я пошел куда-нибудь трудиться, или если у меня есть запасы, я их прикарманил и тихонечко на них живу. Ну а вот теперь-то, когда вы в том числе снижали цены, чтобы меня разбить, теперь вы повысили цены, монопольно все регулируете. Конкуренция ведет к монополии. Не потому, что есть люди, которые любят монополию. Что значит любят? Вы исповедуете принцип «все для меня». Правильно? Если вы принципиальный человек, вы живете в разное время, будьте добры. Я «все для меня», «все для…» Это вот в этих было «все для общества», там, в предыдущей формации, которая преодолела современный у нас капитализм в России. Пусть на долгое или на короткое время, это дело историческое. Но сейчас принцип какой? Не приоритет интересов общества, как вы тут сгоряча сказали, а приоритет личных интересов. И вот вы руководствуясь этим приоритетом выиграли. Раз вы выиграли, я неудачник. И что-то все справедливо, дескать, вы стартовали одновременно, а вот вы успешный, а я неуспешный. И так и объясняют. И вы неуспешный. Ну раз неуспешный, и живите, как живете. Все справедливо. Возможности даны. Старт был одинаковый, вы не успели добежать. Чего вы хотите? Еще раз, две ступени. Одна на ступень называется капитализм свободной конкуренции, вторая – монополистический капитализм. И этот монополистический капитализм очень быстро становится по форме государственно-монополистическим. Если вы возьмете современный капитализм, скажем, в Соединенных Штатах Америки, в Германии, во Франции, то он там, в Южной Корее, он является в Японии государственно-монополистическим капитализмом. Что это означает? Во-первых, большой величиной государственного капитала. Что такое государственный капитал? Что такое государство? И это орудие правящего класса. Значит, правящий класс соединяет часть своих капиталов в единый капитал для того, чтобы облегчить себе дальнейшее развитие. А развитие какое у меня? Если я капиталист, то я кто? Я персонифицированный капитал. А капитал, в чем его смысл? Он стремится к обогащению. Правильно? Это потому что капитал – это самовозрастающая стоимость. Не так вот самоубывающая, как у нас некоторые предприятия. То есть это вообще не капиталисты настоящие, у которых все это распадается. Они просто не умеют и не подходят под понятие хорошего капиталиста или просто капиталиста. А капитал – самовозрастающая стоимость. И вот с этой точки зрения получается, что стремясь к своей цели, капитал объединяет часть капиталов в общее управление или в общую собственность. Ну и как Маркс называл, вот это, что такое государство капиталистов? Это комитет по делам буржуазии. Или это государственная собственность, это частная собственность класса капиталистов. То есть бывает частная собственность отдельного капиталиста, бывает акционерная собственность группы капиталистов, а бывает частная собственность всего класса капиталистов. Это государственная собственность. Является ли государственная собственность формой общественной? В общем, нет. В одном только случае она является формой общественности, если государство рабочего класса и действует в общественных интересах, поэтому тогда она выступает формой общественной. А сама по себе государственная собственность не общественная. Государство и общество вы же различаете? Нельзя же их перепутывать. Непосредственно государственная собственность общественной не является. Вот так обстоит дело. Так, ну вот посмотрите на Францию. Все знают, что Олланд представитель крупного капитала. Он выступает за налог дифференциальный на доходы. У нас плоская система налогообложения, а там прогрессивный налогообложение. Прогрессивный даже и называется хорошо. Россия является единственной страной, у которой нет сейчас прогрессивной системы налогообложения. И это, конечно, говорит о ее отсталости в этом отношении капиталистической. Почему? Ну вот некоторые это представляют так, что вот Олланд социалист.
А он чей заказ выполняет Оланд? Он в чьих интересах действует? И кто ему позволит там делать не в интересах господствующего класса? Значит, максимальный налог на максимальные доходы 56,8%. Он, правда, 75 хотел установить, но это у него не получилось. 56,8. Что это значит? Это значит, что там, если кто-то получил миллиард евро, он должен 568 миллионов отдать государственную казну. И как бы он, ну, жалко, конечно, 500, согласитесь, с миллиарда отдать 568. Вот особенно нашим, ну вот так жалко. Я не знаю, как они страдали. 568. Ну я бы не страдал. Почему? Потому что потом из этого государственного фонда начинается финансирование государственных программ. И раздаются заказы. Ну, кому они попадут? Вот в этот фонд сдают все капиталисты, а получают крупнейший капитал, как вы понимаете. Потому что организовывается соответствующий, как сейчас говорят, мы все это через конкурс проводим, через тендер. Вот вы получили заказ. А получили вы заказ, потому что если вы крупный, то вы имеете возможность предложить лучшие условия, и вам денежки ушли. То есть получается, как сердце работает. Значит, выдох или легкий выдох, или там один стук, потом другой стук. Выдох, вдох, как организм. Значит, собрали деньги со всех, а потом отдали их кому? Крупному капиталу. А потом опять собрали, и крупный капитал страдает, слезы льет, и тут же он получает потом жирные куски в виде денег на заказ. Выполняет заказы. Весь мир работает на заказ. Кто будет сегодня делать какой-то продукт не на заказ? Ну, сколько делается подводная лодка, как вы думаете, вот современная атомная? 10. Вот у меня были слушатели из бюро «Малахит». 10 лет. 10 лет платят. Там раз и лодка. Зато безопасно, если вы поедете. Но вы же не понесете ее к метро продавать, дескать. Вот, никому не нужна лодка. То есть это государственно-монополистический капитализм. К сожалению, вот наши руководители пока как-то не усвоили этот переход. В каком смысле? Практически уже усвоили. Потому что и Владимир Владимирович отстаивает крупные госкорпорации. Тут я вот слышал, Медведев говорит, ну, мы должны создать двигателестроительную корпорацию. Потому что сейчас уже двигатель – это последняя была точка. Если еще не создать, все, конец. Потому что крупные капиталистические монополии иностранные предлагают свои двигатели. У нас вот есть «Звезда», двигатель для морских судов, военных. Ну, а у нас, раз нет госкорпорации, она не в состоянии предложить такие же условия, и там все закупают за границей. И все норовят продать нашу нефть и купить. И вот Медведев говорит, если бы мы не сделаем, ну еще с гражданскими там вещами это можно делать, но военные-то суда, кто вам будет продавать? Сейчас продемонстрировали, что будет, если у вас нет своих гражданских соответствующих видов машиностроения. И вот, говорит, Медведев как бы извиняется, говорит, вы понимаете, мы вообще-то противники вмешательства государства в экономику, но это хорошо было современно для Адама Смита тех времен. Свободная торговля и так далее. Но вот мы вынуждены создавать. И смотрите, что вынуждены. Значит, вынуждены создать самолетостроительный, вынуждены создать Ростехнологии, вынуждены создать двигателестроительный, вынуждены создать кораблестроительный, вынуждены создать Роснефть, вынуждены создать Газпром, вынуждены держать ОРЖД. Попробовали один раз начать делить шпалы отдельно, рельсы отдельно, вагоны отдельно, сразу свекла сгнила, которую заготовили в гигантский урожай, потому что это сразу началась неразбериха. Но крупное производство требует держать это в одних руках, а не разбивать. Тогда их назвать стали естественные монополии. Вроде как эти неестественные, эти естественные. А на самом деле монополии для современного капитализма естественные. А вот этот мелкий бизнес, который никак не может освоить научные достижения и не может никак осуществить научно-технический прогресс, вот в ларьке его будут подводные лодки делать, а станки будут делать вот павильончики сейчас. Понятное дело. То есть, поэтому, скажем, считать, что вот у нас руководство не проводит государственный монополистический курс, это было бы неправильно. Я бы сказал, что оно проводит стыдливо его. Оно проводит, но извиняется. Говорит, вы меня извините, но мы должны все-таки централизовать. Вы меня извините, но это мы не выпустим из рук государства.
Потому что, ну, как вы оборонку выпустите? А у нас одна космическая отрасль, 1,5 миллиона работников. 1,5 миллиона. Это такое. А дальше, она же не в изолированном пространстве. Значит, для этого, на это нужно работать. И тут, скажем, вот выступал на «Эхо Москвы» руководитель приборостроительной фирмы, которая обеспечивает нашу оборонку. Его спрашивают, ну, так наши приборы есть для нашей военной техники? Да есть, говорит, есть. Ну, а как они по сравнению с американскими? Ну, говорит, все-таки мы американские помельче, наши покрупнее. Ну, вот наши это обеспечивают? Да, обеспечивают. Ну, а на экспорт-то вы их даете? Они говорят, да даем. И что, берут? Не, ну, так, под нашим брендом-то не берут, а мы под канадским брендом продаем. Это вот такая беседа. Вот мы проходим с вами, вот если взять так ретроспективно, проходим по эхоху, видим, что все, что связано с движением общества вперед, если это даже осуществляет класс эксплуататорский, и в этом то его оправдание, так сказать, для соответствующего периода, правильно? Скажем, Петровские реформы. Что, Петр представитель крестьян или он представитель дворянского класса, восходящего дворянского класса? Ну вот этот блистательный Петербург. Ну нельзя сказать, что это, если вот сейчас бы было... Крестьяне бы просто создавали, так сказать, без помещиков. Ну, может быть, много-много было добротных крестьянских изб. Ну, чтобы Исаакиевский собор создать, нужна колоссальная централизация. Или, скажем, чтобы город построить, нужна сильная государственная власть. Потому что город не построит отдельные крестьяне и отдельные помещики. Отдельные помещики все усадьбы сделают, деревни хорошие. И балы будут, и детей своих, так сказать, одевать хорошо и балы устраивать зимой. Но чтобы это было, причем посмотрите, вот началась эпоха буржуазная, поскольку там главным стимулом погони за обогащением, а не удовлетворение потребностей, хотя бы даже и дворянских, то вот, скажем, развитие из архитектуры, конечно, не в такой мере шло. Потому что вот вы возьмите вот те произведения, которые были в феодальную эпоху, там Таврический дворец, да, или возьмите вы Смольный собор, или Исаакиевский собор. Ну и вот то, что было в буржуазное время, мало сравнимо с этим. Почему? Потому что главное деньги получить большие. Это не значит, что не делается, тем не менее, это красивые сооружения, но их гораздо меньше. Вот. Поэтому, когда мы на это смотрим, для соответствующей эпохи соответствующая политика была прогрессивной. А потом она стала тормозить. И цари были прогрессивны, как известно, и без царей нельзя было организовать общество. Но! И поэтому представители, скажем, бунтующего крестьянства выступали за доброго царя. За царя, короче говоря. И воевали за царя и отечество. Ну и наоборот, так сказать, мы знаем, что даже религиозники отвернулись от Николая II, он обижается, его родственники оставшиеся по этому поводу. Вовсе его пытаются все приподнять, а все как-то не получается сильно его приподнимать, поэтому, потому что его не очень уже в царское время жаловали. И в том числе и потому, а что-то, если ты царь, что отказался от царства? Что тебе сделать? Что ты отказался? Передали Михаилу, и тот отказался. Ну вы как-то... Там у вас закон о престолонаследии, так вы выполняете. Нет, взяли, поотказывались. Что мы получаем в итоге? Значит, мы получаем такую картину, что политика, как некое единое целое, имеет две стороны, и надо рассматривать политику и со стороны одного класса, и со стороны другого. Со стороны одного она содержит только два этапа и две задачи – удержание власти и осуществление ее в своих интересах. Это правящий класс. А если вы берете класс угнетенный, эксплуатируемый, то у него три задачи. Ну, раз он эксплуатирует, и решай больше. Значит, власть завоевать, потом удерживать и осуществлять. И поэтому действительной оппозицией является вот этот противоположный класс. В свое время в литературе социалистической, вот этого революционной, вводилось понятие двух разных оппозиций. Оппозиции его величеству, то есть действительная оппозиция со стороны
тех классов, которые противостоят царизму. Это буржуазия и рабочий класс, и крестьянство. И оппозиция его величества. Это те, которые недовольны нынешней политикой, не согласны, но поддерживают эту самую власть. Так и сейчас. Если мы посмотрим на думскую оппозицию, например, то не является тайной то, что за каждый голос, полученный на выборах, каждая из думских партий получает деньги. 120 рублей за голос. Вот если вы, ваша партия в парламенте, и вы 1 000 000 голосов собрали на выборах в Думу, и 1 000 000 на выборах президентских. Вам, может, это президентство и не светит, но вы собрали 1 000 000. За первые выборы вы получили из казны государственной 120 миллионов, и за вторые 120, и за вот 240 миллионов. Теперь, если вы парламентской партии, вам не надо собирать подписи. Вам, наверное, тяжело. Вы же там сидите, а сидя, трудно же собирать подписи. А вот эти, которые не сидят в Думе, они все равно не сидят. Пусть побегают, пособирают. И вот начали бегать и собирать. Так как, вы помните, на президентских выборах Явлинский не смог набегать, потому что у него денег мало. А тот же Прохоров, миллиардер, он очень просто сделал. Приходит, к примеру, к студентам, говорит, ну, что студенты, сколько у вас стипендий? 1450? Ну, вот я буду вам платить 15 тысяч в месяц. Ваша задача очень простая. Берете листики, идете к станции метро. Все расписали станции метро. Ну, как всегда бывает. Он выделил, допустим, на это дело 15 миллионов. Так, 5 миллионов сразу, значит, положили в карман, те, кто все это централизует. Еще 5 миллионов раздали организаторам. А вот остальные 5 миллионов по исполнителям. Раз-два, и он собирал подписи. Подписи же все могут собирать. Я могу вас нанять собирать подписи? По-моему, вы очень хорошо соберете подписи. Причем и вам хорошо, и мне хорошо. Мне хорошо, что у меня подписи. Вам хорошо, что вы деньги получили. И не пыльно на улице погуляете, и деньги получите. Нигде вы сколько не заработаете. Я узнаю сначала, сколько вы заработаете. Скажу, я вам в 3 раза больше буду платить. А когда выборы начнутся, ваша задача очень простая. Берите ведерочко. Или вот эти баллончики, чтобы вам не пачкаться. Да не надо ведерочка, это нет. Платится в хорошем. Идете, так вот написано, вот тип мой, вот его кандидат, если его фамилия. То есть сразу так, или портрет, так, и проходите. А вот эти товарищи, они будут вот залезать, и вот там клеить мои большие цветные плакаты. Или билборды я закажу. И меня будут все знать. Вас вообще никто знать не будет. Фамилии такой не будут знать. Ну, я эту систему знаю немножко изнутри, поскольку я был в свое время в 89-м году кандидатом в народные депутаты СССР по национально-территориальному Ленинградскому округу. Это был весь Ленинград, и было 35 кандидатов, и я среди них. Вот, мы ходили, такая была дискуссия, и по телевидению, и на радио, и так далее. Вот. И хорошим правилом было, если идет другой кандидат, ну, да, конечно, ну, то есть вот некоторые люди не понимают, говорят, а вот сорвут. Ну, понятно, что сорвут, а вы на него наклеиваете следующее утро приходите, опять клеите свои. Так надо команду иметь и так далее. И на думских выборах я был, деньги получил, газету издал «Народная правда» на них. Я сразу знал, чем это дело закончится. Конечно, я попробовал собрать подписи. Но потом мне женщина, секретарь комиссии избирательной, говорит, Михаил Васильевич, ну что, не знаете, как сели бы в компьютеры, собрали бы подписи, ну что вы бегаете? Ну я не стал собирать у компьютера, мне это не надо. И вообще я прекрасно понимаю, во что это выливается, тем более, ну, боже упаси туда, значит, попасть, тем более из того положения, в котором мне нахожусь. Как вы, что думаете, лучше быть профессором университета или в Думе там болтаться? У меня в Думу пропуск есть. Я могу добавить, и что там делать? Там нет сейчас практически ни одного кандидата, который может внести какой-то серьезный законопроект. Хотя, вот последние данные такие, товарищ Рашкин обратился к профессору Золотову, мой коллега из университета имени Лобачевского, Нижегородского, с просьбой. Он говорит, вы пишете про сокращение рабочего дня, давайте мы внесем прогрессивный проект, я берусь внести. И товарищ Золотов подготовил ему законопроект о том, чтобы перейти к 7-часовому рабочему дню,
И тем самым, так сказать, соответственно, на час уменьшить все там работы, когда льготные часы, там, скажем, вечерние и прочие. Во вредных условиях, там, если шестидневный, то шестичасовой, то пятичасовой сделать и так далее. Он подготовил, отдал. Ну, посмотрим, внесет ли его товарищ Рашкин. Это еще не факт. И поддержит ли его фракция вся, КПРФ. Причем, как показывает событие, вот при сокращении рабочего дня, какое было вообще в истории, экономической истории человечества, всегда выигрывали те, кто на это шел. Ну, потому что техника совершенствуется, тут должны быть неусталые работники, они должны применять достижения науки, умелость должна быть высокая. От того, что вы долго сидите, устаете, то получается так, что будете платить разбавленную зарплату, а вам будут давать разбавленную работу. И чем больше рабочий день, тем на большее время растягивается такой же труд. Если вы хотите, чтобы я более интенсивно работал, ну так вы сократите время, я буду более интенсивно работать. Если мне надо сидеть 12 часов, то не ожидайте, что я буду так интенсивно работать все 12 часов. Правильно? Это не может быть такого. Значит, для класса господствующего политика состоит в том, чтобы не допустить революции. Значит, сегодня эту тему запутали несколько товарищей. Чего только не называют революциями. Революции роз, революции бархатные, революции вот тюльпанов, да, в Киргизии. Достоинство революции. Теперь, ну мы-то с вами знаем понятие революции. Революция – это переход от одной формации к другой. Причем не от любой к любой, а от менее передовой, или от реакционной формации к передовой. Во всех этих вариантах, которые называются революциями сегодня, цветными, разноцветными, бархатными и так далее, ничего общего с революцией, ничего нет. Потому что, во-первых, перехода к новой, более передовой формации тут не только не имеет места, но даже и звука даже нет. Потому что ничего не меняется в экономике практически. Правильно? Приходит другая группа лиц. Или, так сказать, мы видим, что вот была группа лиц, ориентированная на национальные интересы, приходит группа лиц, ориентированная на иностранные монополии. Вот и все. Чаще всего. А контрреволюция происходит. Можно ли вот эти вот перевороты, которые... Всякая революция – это переворот. Но не всякий переворот – это революция. Можно ли считать контрреволюциями? Тоже нет. Где-нибудь разве перешли к феодальной формации от капиталистической? Нет. Поэтому и контрреволюции тоже нет. А что есть? Ну, есть вот эти самые перевороты, которые либо передают власть от одной группы буржуазии к другой, от одного слоя к другой, либо от буржуазии одной страны к буржуазии другой страны, поскольку в каждой стране есть два вида, так сказать, буржуазии. Национально ориентированные. Ну, не в чистом виде, она вот национально ориентирована, если вот деньги от какого-нибудь иностранного капитала получит большие, она бросит эти свои национальные интересы, потому что самый большой патриотизм капиталист проявляет тогда, когда речь идет о росте его капитала, он патриот своего капитала. Если для его капитала нужно бросить все дела и сделать что-то для иностранного государства, так и бросит и сделает. Точно так же, как американцы приезжали в Советскую Россию, американские капиталисты налаживают здесь всякое производство. Вот Фарзон тут у нас производился, как известно. Потом инженеров сюда много приезжало. Генпрогресс помогали нам строить. Такого не было, чтобы все было изолировано. Да и никогда не бывает этой изоляции. И всегда будут люди, которые предпочтут, ну, в соответствии с принципом буржуазного общества, почему вы думаете, что я буду наши общие интересы блюсти? Мне дают деньги, вам не дают, потому что меня уважают больше. Я пошел. И все. И что вы скажете против? Я принципиальный человек. Я принцип приоритета частных интересов блюду. Компрадорская буржуазия, если она вот развалит какую-то часть производства нашего, она получит большие деньги. Она пойдет и развалит. Например, Дерипаска скупил акции Волжского Горьковского автозавода. Что он дальше сделал? Купил самую плохую машину, какая есть на Западе, Крайслер, для всю линию для ее производства. И это барахло, которое надо было выкинуть на помойку, он, значит, привез туда, в Нижний Новгород, там установили и начали Волгу Сайбер
настраивать. И вся из импортных деталей. То есть, вот, скажем, вам, пока бампер не привезут из Америки, значит, не выпускается эта «Волга Сайбер». Ничего хорошего про «Волгу Сайбер» вы не слышали. И не услышите. Потому что весь смысл этой «Волги Сайбер» был в том, чтобы производство «Волги» закрыть. «Волга» все время пользовалась спросом. И вместо того, чтобы развивать, ну, ее нужно было модернизировать. Всякая машина требует новых моделей, соответствующие исследования проведения, соответствующие внедрение достижений новых, новейших технических управления, облегчения управления и так далее. Этого ничего уже не делалось. Нет, вот купили это старье. Оказалось, что электрическое обеспечение несовместимо наше и американское. Ну вот наши народные умельцы в Нижнем Новгороде сделали так, что вот эта линия заработала. Наше правительство выделило 50 тысяч, нижегородское правительство 50 тысяч, за утилизацию 50 тысяч. Вот человек 150 тысяч уже получил и купит, покупает Крайслер. И спрос на нее вроде бы пошел сначала. И хотели сделать двусменную работу, они только днем работают и все. А те сказали, нет, мы не будем. И спрос захлебнулся, и ничего не пошло. И что вы слышите про это? А ничего и не слышите. То есть там еще на Волге выпускается, в Волжском автозаводе, на ГАЗе имеется в виду, в Нижнем Новгороде, на ГАЗе выпускается «Газель». Это, она считается еще легковой автомашиной. Но никаких других легковых автомашин у нас нет. А, скажем, если вы вас возьмете, вот Владимир Владимирович ездил, проехал полстраны на желтой машине ВАЗовской, рекламировал. И чего дальше? И что дальше? И дальше продали это кому? Французам и японцам. Это японо-французское предприятие. У нас больше нету своего предприятия, ни одного по производству легковых автомобилей. Но можно сказать и другое. Вот КАМАЗ. Он сколько уже, 12 прошло Дакаров? Везде выигрывает. Да еще даже два места сразу первых занимает. Вот я даже, так сказать, обращался в руководство страны, говорю, вы можете один раз спасибо сказать нашему заводу, который делает КАМАЗы? Спасибо ни разу никто не сказал. Ни президент, ни премьер. Вот приезжал туда товарищ Медведев и даже прокатился на КАМАЗе до аэропорта. Ну, политика требует, какое, чье производство поддержать? В зависимости от того, какую позицию вы в политике занимаете, конечно. Он говорит, хорошая команда у вас. Ах, команда все дело. В чем? У нас хорошая команда. Или я вот был в МАМИ такой, машиностроительный институт, автомобильный, в Москве. Там все проректора сидели. И вот мы рассуждали, я говорю, ну почему вот не поддерживают? Почему вот КАМАЗ же выигрывает у нас? Ну, это, говорит, специально машины готовят. Ну, конечно, говорю, у нас специально. А во Франции вот машина везет мешки прямо по Парижу, мешки снимает и отправляет в Дакар. Да? Ну, все готовят. Ну, все готовят. Ну, хоть спасибо можно сказать своему заводу? Сейчас, кстати, получилась такая картина в связи с падением курса рубля. Все иностранные грузовые машины резко, так сказать, сюда импорт уменьшили. И доля КАМАЗа резко выросла. Первое место вышел КАМАЗ с колоссальным отрывом. Вот. Но ну вы не услышите что-то доброе слово про КАМАЗ почти никогда. Я вот за этим внимательно слежу. Точно так же, как одно время товарищ Медведев собрал государственный совет, говорит, надо энергосберегающие лампочки. Вот все лампочки выше 100 ватт запретить. И запретили. Ну, как-то это странно. Я вот могу этих лампочек вернуть 60 лампочек по 100 ватт. И будет у меня 6 тысяч. Люстру такую сделать. Это, что это дает? Ну, вот надо переходить. На что переходить? На энергосберегающие. А что это за энергосберегающие? Вот эти вот крученые эти лампы, которые у нас известны, это иностранные лампы американского производства. Двух фирм. 80% этих вот этих так называемых энергосберегающих – это Philips и General Electric. Барахло. Не просто барахло, а вредное барахло. Барахло в том смысле, что это вчерашний день в современном, так сказать, производстве электроосвещения. Я об этом сейчас скажу. И на эту тему мы писали в правительство.
Особенно тогда, когда появились журнальные статьи на тему о том, что что-то у нас некоторые чиновники лоббируют продукцию иностранных компаний, а свои нет. Значит, в чем особенность этих так называемых энергосберегающих? Вот обычная лампочка, это я вам скажу, это деньгосберегающие. Идете, за 3 рубля купили и все. Деньгосберегающие. Это энергосберегающие. Но сколько они сберегают? Мало. Они содержат в себе ртутный газ. И принцип такой же. Они электричество превращают в тепло. Тепло нагревает газ, газ светится. Вот эти старинные лампочки, это не оттуда, это не Philips и не General Electric. Они у нас чуть, я не знаю, с каких лет. Сколько я живу, их всегда видел. Так? И на фабриках они у нас. И это тот же самый принцип, только они это закрутили, и чтобы можно было выварить. Ничего там, но принцип ничего не поменялся. Вот эти лампочки выбрасывать вообще нельзя. Есть у нас система утилизации таких электрических ламп? Они сейчас отправляют. А? Только начинают. Начинают. То ли начинают, то ли не собираются даже и делать. Так как-то все делается, что будет, не будет. Вот. То есть, а пока получается так, что ртуть вы можете обнаружить там в молоке этих женщин, которые начинают кормить молоком. Потому что откуда выбрасывают? Это вот куда-то в землю идет. То есть это попадает на свалку, со свалок попадает там в какие-то воды и так далее. Тогда, когда уже есть светодиодное освещение. А что такое светодиодное освещение? Это действительно энергосберегающие. Светодиодное освещение превращает электричество непосредственно в свет. Некоторые нагревания при этом тоже есть. Вот у нас, у меня дома над головой висела люстра, у меня хрущевский дом, и вот прямо над головой висит 5 этих лампочек по 60 ватт. Ну, тут нехорошо, как-то горячо. Я вернул этих 5 светодиодных. И я их, во-первых, их выворачивать можно, так сказать, они не сильно нагреты, ну, тепленькие. Во-вторых, они, продолжительность у них работы на порядок больше, и экономия на порядок больше. Одна светодиодная лампа, скажем, если я 6 ватт купил, она светит как 60 ватт. 7 ватт, то есть действительная мощность, которую она потребляет, это 70 ватт. Скажем, вот некоторые там где-нибудь на даче, там вот кто-нибудь не выключит свет в туалете и будет счетчик крутить. Ну, вы поставили туда 40-ваттную лампу, то есть 4-ваттную. Ну, это вообще ничего не стоит. И эти проблемы, что у вас вот что-то там горит, ну, горит и как светлячок. То есть никаких расходов. То есть это действительно энергосберегающее. Но товарищ Прохоров, который пообещал нам вместе с Е-мобиль сделать и завод светодиодных ламп под Петербургом, ни первого не сделал, ни второе. Все деньги, видимо, профукал на это, что я вот иду в президенты. Так, видели такие билборды были? Ну, нету, короче говоря. Что касается Светланы, она обеспечила светодиодное освещение на всей железной дороге. Посмотрите, вот когда вы идете туда, вы видите вот такие лампы светодиодные. Там миллиарды вообще экономятся денег, потому что там такая, так много и такие расстояния, поэтому огромные. Ну а для того, чтобы были дешевые лампы, они сейчас дорогие. Там, допустим, лампа в 7 ватт, то есть светит как 70, стоит 250 рублей одна. Ну так надо их миллионы производить, а если их производят, так сказать, штуки, у нас есть как участок на Светлане, производят они светодиодные лампы, но основная масса китайских, английских, ну так вы закажите, ну как могут они набрать, ведь надо большое производство, да, будет дешево, а если узкое производство, будет дорого. То есть в этом смысле экономическая политика во многом несет следы компрадорства. Вот их компании иностранные, так сказать, поощряют, и они за это что-то делают. Я думаю, вот как вот Дерипаска разбогател? Ну, что он такое сделал для страны, чтобы стать богатым? Скажите, пожалуйста. Или, допустим, Абрамович. Я думаю, он на стройке сверхурочно работал, и там заработал на вот то, чтобы купить все эти предприятия, которые будут. Ну, вот вспомните начало капиталистической эры, там, Форд. Более высокую зарплату рабочим, все чистое, чтобы грязь убрать, чтобы технику внедрять все время передовую, и машины для широкого, так сказать, слоя людей. Почему? Потому что, говорит, если я буду делать, Форд пишет, для богатых, то я буду работать на капризы богатых. А тогда я буду должен делать вручную, а изобретатель. Я не хочу это вручную делать, я хочу применять новые технические средства достижения, и не буду. Или вот у меня деньги рабочие получили,
Зачем я их буду отпускать, эти деньги? Надо, чтобы мясо производилось у нас, фордовское. Пусть пойдут и купят свежее мясо. Но если я не буду 20 коров, зачем я буду 20 коров? 200 коров, 300 коров, чтобы можно было поставить цех, чтобы автоматическая уборка навоза, автоматическая поилка, раздача кормов. Ну тогда это да. Судили же этого самого Форда за то, что у него высокая зарплата. Только оправдали его суд присяжных. Присяжные оправдали. Он говорит, ну это куда я понесут на мои рабочие? К вам же, если вот вы торгуете. К вам же пойдут, вам же деньги дадут, и вам дадут. Проголосуйте правильно. Они проголосовали правильно, его защитили. А то бы съели его капиталисты остальные. Вот он стал миллиардер. Он, конечно, эксплуататор, он очень богатый. Ну вы-то, но он обеспечил развитие страны в то же время. Он еще организатор производства. А эти и сами, эти, конечно, богатые, но они никакого развития страны не обеспечивают. Ну, взял, загубил машину, эту Дерибаску, самую плохую взял. Ну что? Я уже не буду говорить там о ЗИЛе. 120 тысяч человек было на ЗИЛе. Нету ЗИЛа сейчас. Вот думаю, что там сделать? Давайте, говорит, сделаем хоккейный дворец ледовый. Давайте какой-нибудь музей там сделаем. Давайте там железную дорогу проведем. А цех роботов разрезали на куски. Современный цех роботов. ВИЗИЛ пользовался все время. Так сказать, вот бычки и ЗИЛы пользовались постоянным спросом. Надо кому-то закрыть. Кому? Кому это нужно? Думаете, это КамАЗ съел его? Нет. Ну, и я могу сослаться на доклад Глазьева, который распирает эти вопросы политики. Очень вам советую его прочитать. Возьмите в интернете, наберите доклад Сергея Юрьевича Глазьева. Он академик, советник президента. Официально работает советником президента, на должности советника президента. Сделал доклад для Совета Безопасности, а в нем сделал вывод, что наш весь финансово-денежный блок действует в интересах иностранного капитала. О чем я вас должен с прискорбием и проинформировать. Я на эту тему тоже выступал и тоже это объяснял, потому что любой предприниматель вот пойдет в Америку, он там по ставке от нуля до 0,25% получит кредит. Он сунется к себе на родине, патриот, скажет, я патриот, пойду в свой банк. Почем у вас кредиты? Какие? А, говорит, у нас ставка 11 сейчас, ставка. А по этой ставке вы не можете получить в Центробанке. Еще 11 коммерческий банк, просто под 22. Вы что, очумели под 22? У меня норма прибыли 10%. Это очень хорошая норма прибыли. А если 5, а если 3? То есть Центробанк закрыл возможность развития отечественного производства. Вот политическая оценка этого кризиса. Политическая. То есть, скажем, в этом смысле можно сказать, что наш правящий класс, он тоже, так сказать, с некоторыми очень большими трудностями осуществляет свои интересы, потому что он сталкивается с интересами тоже правящих классов, но других государств. И представители этих других государств в силу, так сказать, свободного рынка и свободного выхода всех на мировую арену, ставят дело так, что наши предприятия начинают работать на иностранного производителя, а не на своего. И наоборот. Вот наш «Сокол» стоит на прикуле, поезд замечательный, разработанный нашим, так сказать, рубином. А будет у нас «Сапсан», еще будут «Ласточки», все будут еще «Стрижи», и все немецкие, а Финляндию франко-итальянский, «Аллегро». А и у них всех договоры на 30 лет, и 30 лет будет сюда деньги отправлять, и 30 лет все запчасти, и обслуживание, и так далее. И потом вдруг самолеты закупили все американские. А как мы можем закупить теперь еще? Ну, если мы закупили все, весь парк «Боингов» и «Аэробусов», как мы можем потратить деньги на наши МС-20? Ну, будет их несколько штук, и будут показывать, что вот они тоже летают. Ну, нету денег больше. Ну, вот если я вот сейчас истрачу свои деньги, а потом придете и говорю, ну, нету денег. Все купил. Не то, что вам обещал, а другое. Поэтому разговоры были. Мы поддержим. А взяли и купили. А больше нету денег. Сейчас говорят, денег нет, надо экономить. И вам надо урезать, и мне надо урезать, всем надо урезать. И будет маленькая-маленькая Россия. Хотя развитие, прогрессивный класс, что должен делать? Расширять производство, обогащать. И можно одновременно, так сказать, поднимать благосостояние разных слоев.
В общем, так и было. Если посмотрите, все равно, так сказать, как, хотя при всех противоречиях, в начале капитализма и рабочие жили хуже, и капиталисты. Сейчас и рабочие лучше живут, и капиталисты. Неравенство, конечно, еще больше выросло, но продвижение есть. Вот такой политический взгляд нам с вами очень нужен, потому что мы сейчас потом будем говорить о наших внутренних конфликтах, социально-трудовых, и в них это тоже все прослеживается. Все прослеживается. Но если мы вот взяли этот угол зрения, то мы тогда можем его увидеть и в более частных вопросах. Спасибо за внимание. Спасибо.